Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам хочу показать, как выглядит снаружи торгово-развлекательный центр «Метрополис», находящийся на станции московского метрополитена под названием «Войковская». У меня сегодня хорошее, приподнятое настроение. Я полон радости и позитива. И сейчас я просто покажу вам замечательный торговый комплекс «Метрополис». В общем, как он выглядит снаружи. Давайте посмотрим. Вот написано «Метрополис». Торгово-развлекательный центр, который располагается на Ленинградском шоссе. Ленинградское шоссе. Именно здесь находится торговый центр Войковский. Вот, Ленинградское шоссе. Вот такая вот площадь перед центром. Ну а сейчас мы поднимемся по ступенькам и посмотрим панораму здания. Давайте поднимемся по ступенькам. Вот мы поднялись по ступенькам. Тут такие интересные стеклянные потолки. Слева кофейня под названием Starbucks находится. Время уже вечер. 8 часов вечера. Люди спешат с работы по своим домам, по своим норкам. Вот Starbucks кафе. Вот такое вот Starbucks кафе. А вот большие буквы «Метрополис», кириллица прям, белым по красному, белыми буквами по красному кирпичу, я бы так сказал. Ну, в общем, такая площадь здесь. Я вот так пройду. Метрополис. Вот такие вот замечательные офисные здания, такие малоэтажные. Давайте просто пройдемся, посмотрим. О, магазин «Республика». Книги, музыка. Продают вот. Магазин там. Выбирают все музыку, там диски. Что кому нравится, кто-то покупает вот в магазине. О, пироги.
такой вот ресторанчик. Тут, кстати, кафешки. Сейчас мы кружочек дадим. Круг сделаю вокруг здания этого архитектурного комплекса. Офисных зданий, я бы так выразился. А это центр английского языка. Speak up. Центр английского. О. Центр английского языка. Вот такие вот башенки у нас на выпуске. Но уже, правда, вечер и темно. Вот. Сейчас посмотрим, там что находится. Кружочек сделаем. Вот, Метрополис. Вход в Метрополис. Вот такие вот лампы здесь. Лампы, как мухоморы такие вот. Только без красных кружочков, я бы так сказал. Тут даже есть центр йоги. Центр йоги. Видите, йога. Очень модно на Западе йогой заниматься. Вот. И это к нам в Россию пришло, это йога, все это. Там в позе лотоса сидеть там по 5 часов подряд. Вот, центр йоги. Приходите, занимайтесь йогой. Вот. Кафешки, кафе. В другом одни кафе. Написано кафе, прям вот для освободаренных кафе, вот кафе. Куриас, какое-то слово непонятное. Ладно, пойдем дальше. А то уже темнеет, я не успею вам все показать. На улице холодно. Вот, вход в Метрополис. Внутрь я не буду заходить, просто по улице прогуляюсь, покажу. Ну вот такой вот ансамбль, я бы сказал. Вот люди кушают. KFC, добрый дядюшка, американец, который создал свою сеть ресторанчиков быстрого питания. Может быть, я как-нибудь соберусь и сниму обзор на еду в KFC. Может быть. Посмотрим, поживем, увидим вообще. Но в KFC я еще не делал обзор на еду. Попробовать можно. Зайти в ресторанчик, купить себе там еду всякую и обозреть ее. Было бы неплохо, я думаю. Октября, но на улице холодно. Сейчас я спускаюсь, вот. Я спускаюсь к Ленинградскому шоссе, к главному входу.
Очень шумно от шоссе, много машин, поэтому очень шумно. Вот главный вход в Метрополис. Так он выглядит из себя, главный вход в Метрополис. Таким образом. Тут люди идут. Торговый центр. Дорогие друзья, я вам показал торговый центр Метрополис на станции метро Войковская в городе Москве. Вот так это все выглядит. Ну, сейчас я еще пройдусь вокруг так, покажу. Елочки вот. Такая площадь. Дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Тут за мной пришли, и мне нужно бежать, в общем, чтобы не получить кренделей. Все, до свидания. Я пошел домой, побежал. Я сейчас иду вдоль Ленинградского шоссе в сторону МКАДа. Охранник меня повязал, говорит, нельзя снимать. И поэтому мне пришлось уйти подальше от торгового центра, чтобы не было проблем там всяких. Ну и ладно, бог с ними. Будем дальше снимать.
форму и будет вокруг паровоз ходить. Железная дорога. Здорово. Респект Собянину и правительству Москвы. Дорогие друзья, я буду выключать камеру, потому что ходить с камерой по Москве очень опасно. Все, давайте. До свидания. Плюс тому холодно, ветер. Я голодный, хочу домой. Все, давайте, пока.